Предотвратив наезд на пешехода, спровоцировал крупную аварию. На трассе М7 недалеко от поселка Десятидворка в Верхнеуслонском районе столкнулись автомобили «Лада» 14 модели и «Шевроле Авео». В результате иномарка заехала под подлетевшую 14-ю. В таком положении они и остановились. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля резко затормозил, чтобы пропустить вышедшего на трассу пешехода. Тогда-то в него сзади и въехала иномарка. Что спасло водителя от более страшных последствий, расскажет Анна Наградного. Там просто пешеход выскочил, дорогу перебегал, все по тормозам. Водитель отечественного автомобиля рассказал, ехал в сторону города. Скорость, говорит, была в пределах допустимого. Считает, что правил не нарушал. Но в какой-то момент прямо перед ним на пешеходный переход вышел человек. Его не смутило, что движение было очень оживленным, и убеждаться, что его пропускают, пешеход не стал. Мужчина за рулем «Лады» успел затормозить и остановить свое транспортное средство. Однако едущий сзади него водитель «Шевроле Авео» реагировать вовремя на произошедшее не успел. Столкновение произошло в следующую секунду. Удар был такой силы, что «Ладу» подбросило вверх, и она врезалась в отбойник. Иномарка залетела под нее. Водитель, конечно, расстроился, но признал, что последствия могли быть куда страшнее. Пешеходы автомобили не задели. Была еще, я так понимаю, вероятность того, что мы могли вообще как бы прокрутиться, да? Если бордюра не было бы, да? Говорит, что от выезда на встречную полосу движения и опрокидывания на крышу спас именно отбойник. В результате происшествия никто не пострадал. Оба автомобиля покинули место ДТП своим ходом. Водитель иномарки свою вину признал полностью. Анна Горонова, Нафиса Миниязова, Константин Бужуев, вызов 112.